Присаживайся сюда. Садись, Лида. Вдвоем давай. Вот садитесь сюда, вот тут есть стульчик. Так, я сейчас, я вот другую. Вот так. На угол замуж не выйдешь. Наоборот, с углом будет. Иди сюда. Да. Нам тут живется хорошо, доченька. Крыша есть над головой. И мы вот очень благодарны нашему молодежи. Вот благодаря молодежи, да, у нас, вот смотрите, чистота. У нас разве мы сами могли бы вот это вот в чистоте держать? Такой огромный участок, да? Вы видели, сейчас одна даже не может на дежурство выходить. Вот таких у нас много. И молодежь вот приходит самым ранним весной, начали тут уборку делать, и то, и это приносит этот самый. И я не могу сказать, что наша молодежь плохой. Наш проект называется Acting in Unison, и он посвящен вообще помощи домам престарелых. Он включает в себя разные работы, в основном это строительного характера, то есть это косметический ремонт, была побелка помещений, покраска помещений, окраска скамеек, также окраска деревьев и, в общем, то есть внутренние и наружные работы домам престарелых. Вкратце говоря, этот весь месяц, он, хотя и проект рассчитан на 20-22 апреля, этот весь месяц понемножку мы работали. Также были студенты из Инактуса, которые пришли, посадили 100 кустов смородины, что делает наш проект sustainable, можно сказать, что к осени, когда успеют ягоды, наши дедушки и бабушки смогут собирать эти ягоды и делать варенье, либо же могут продавать, и при этом у них будут свои карманные деньги или деньги на какие-то, на какой-то ремонт еще. То есть тем самым сегодня у нас завершается проект, и работа была сделана огромная. Спасибо студентам университета Ататюрк Алато и также студентам АУЦА. Все горшки вот, ага. И там баллонок, все, я там везде петунья позасеяла, все свои. Тут никаких наркотиков, ничего. Вы родились для того, чтобы жить. И рожать. Да. А мальчишки, чтобы хоть папа, мама. У меня тоже два взрослых внука. Угу. Один в Москве, Юра. Угу. Тимурка здесь где-то бегает, тоже газетами торгует. А вчера ездила к своему маленькому внуку, 5 лет, угу. Даньке. Угу. Ну, 3 внука, внучек нету. Угу. А теперь я завелась, только у меня внучек. Да. Все внучки мои. Да. Кто мне приходит, девчонки, все мои внучки. Я так считаю. Ну да, конечно. Я 14 лет работала в детском саду. Я с людьми нахожу в общежитии всегда. Кто знает, завтра что со мной случится? Завтра где я буду? Правильно? Потому что год уже подходит, мне уже 20-й год, 80 лет. И вот туда дальше, и как-то вот боязно становится, думаешь, хоть бы сразу умереть, хоть бы это самое. Я иногда даже, знаешь, я говорю, а что можно, чтобы сразу, как можно быстро умереть? Иногда интересуюсь даже. А, да. Вот такие вот наша жизнь.